В эти выходные в городе слышались струнные переливы аккордов АМ, ДМ и М. Все потому, что в Кирове прошел концерт-фестиваль «Мой шансон». Чем живет современный российский шансон, почем нынче струны и сколько сейчас дают за мелкую кражу, узнавал Александр Светлик. Огромная очередь сегодня в центре города у ОДНТ. Нет, это не приезд Стаса Михайлова и даже не Егор Крид в зале Дома народного творчества. Конкурс под названием «Мой шансон» сегодня здесь. Сможет ли шансон называться воспитателем и путеводным огнем нескольких поколений? Ну почему такая очередь-то сегодня? Именно на этот вопрос мы сегодня постараемся ответить. Что можно назвать гимном шансона? Какую песню? Кольщик на Калимне упала. Под какой напиток лучше всего заходит шансон? Ой, господи, лишь бы было хорошо для души. От шофера до президента слушает шансон. Да? Президент тоже слушает шансон? Да. Владимир Путин, вы не в курсе? Нет. Слушает шансон. Мы вас посвятим. А какого исполнителя? У него много. Вот Трофим? Вы зайди. Трофим хорошо поет. Не, ну он не Трофима слушает. Он слушает Перми, да. Он с Пермских. Какая-то группа Пермская. Он любит. А группа то он не слушает. Да. Владимир Путин любит шансон. Шансон! Ура! Мы с оператором обожаем шансон, поэтому я тоже решил выступить на сцене областного конкурса. Переборол волнение и составил конкуренцию участникам. Правда, не с песней, а с душевными стихами. Если вам потом понравится, поаплодируйте. Так, стихотворение сам написал. А может быть, забудем все и сбежим. У нас одна любовь и одна только жизнь. А может быть, забудем все и сбежим. Навсегда. Забуду имя, любимое твое, твое именно. Имя, любимое твое и непобедимое. Любовь моя, грустная. Твое именно, имя, любимое мое. Нигде такого нет, сам написал. Если нравится, то хлопайте. Спасибо. Если песня, то шансон. Если район, то село Калинина. Если у меня есть борода, вы мне скажете красавчик. Танец шансон исполняется впервые. Настоящий шансон. Простите, пожалуйста. У нас шансон. Вы из города Советск. Да. И если на 8 марта вызывают вас на выступление в костюме пожарника, вы танцуете именно так. Бывает и похлеще. Шансон рулит. Александр Светлик, Иван Дёров, программа «Я люблю!». Ура!